Всем привет! Получил очередную посылочку с китайского сайта. Здесь у нас, так сказать, снова телефон Dugi X5. Итак, давайте вскроем его и посмотрим, все ли дошло, или положил подарочки какие-то или нет. Потому что у него было написано то, что в подарочек еще два, так сказать, бампера задней крышки. Но я не знаю, это уже было после акции. Положил он их или нет, мы посмотрим, увидим. Какого цвета я не заказывал, мне было все равно, так как этот телефон заказывал. Да, вроде положил красного и еще какого-то цвета. Да, положил он. Вот у нас, ну, конечно, коробочка помятая, но ничего страшного. Сверху у нас сам телефон. Так, давайте историю, пока он будет включаться, я расскажу историю, как я его заказывал. Итак, вот сам телефон, тут, как всегда, защита идет. Вот здесь у нас идет защита. О телефоне и так уже много чего известно, так как это бюджетный телефон Dugi X5, так сказать, один из самых популярных на сайтах китайских. И так он включается, пленочку не снимает, так как это у меня телефон заказывали. Итак, пока он включается, давайте сразу посмотрим, какая у нас комплектация. В подарок он положил нам два чехла. Красный, вот такого вот цвета, это, конечно, прикольно. Это телефон для девушки. И вот у нас такой вот розовый. Не знаю, на камере он как будто бледный, но на самом деле он нормальный розовый цвет, такой светлый розовый. Инструкция на английском, точно. Да, английский есть. Или это просто мануальчик. И, наверное, где-то должен быть русский или русского. Да, вот у нас русский есть. Информация по технике безопасности. Это здесь у нас как бы инструкция небольшая. И больше ничего нет. Конечно, коробочка помятая. Это да. Вот сам зарядник идет. Да, Таня, не хочу скрывать, наверное, на 1 ампер или на 0,5 ампера. Зарядка USB на microUSB, никаких логотипов нету. Итак, телефон, надеемся, включился. Да, телефон включился. Welcome, good it. Поменяем потом язык. Сразу давайте язык поставим русский. Сейчас я его найду. Таких телефонов у меня много заказывали. Вот language, English. И ищем. Ох, что это? Случайно какой-то другой язык выбрал. Где-то видел русский. Вот у нас русский. Эту кнопочку, как она будет убрать, потому что она мне мешает. И, наверное, пользователю тоже будет мешать, да. Надо только вспомнить, как ее убрать. Итак, давайте теперь перейдем в от телефона информация. У нас X5 модель, Android 6.0, так сказать, Marshmallow. И прошивка модуля, все есть. Даже уже забыл, сколько у нас ядра здесь, наверное, все-таки два ядра. И так, все, ну пока он работает, все у нас хорошо. Настройки, камера есть у нас. Давайте разрешим. Так, ну как он второй? Давайте, мне один китаец здесь в каком-то видео таких вот свинельных $2. Ну, не знаю, тут, конечно, не $2, но мы его сфоткаем, не знаю. Как у нас это получится хорошо? Автофокус при нажатии есть. И делаем фотку. Не знаю, получится нормальная фотка или нет. Итак, ну, так нормально. Плюс то, что здесь у нас еще идет матовая транспортировочная пленка. Не знаю, может быть, еще под ней идет. Не знаю, идет там
Защитная пленка, ну, должна быть. Китайцы на этом не экономят. То есть все нормально. Заходит в менюшку, менюшка листается вниз. Не так, как это. Ну, это уже зависит от темы, которую китаец поставил или которую заходит сам заказчик. Так, телефон рабочий, все нормально. Вроде бы будем передавать заказчице. Всем спасибо за внимание. До свидания.